Столетию военного комиссариата посвятили заинские школьники фестиваль «Прокачай своего героя». Он прошел минувшую пятницу в школе номер 7. Среди гостей мероприятия представители руководства района, которые не только напутствовали ребят, но и ознакомились с этим молодежным проектом. К этому фестивалю мы шли очень долго. Наш проект поддержали по всей стране. Президент Российской Федерации, Министерство молодежи и спорта Российской Федерации, форум Иволга, форум «Территория смыслов». Это те места, где мы смогли выиграть гранты и получить финансирование на наш проект. Уже более 1 000 000 рублей выиграно и вложено в то, чтобы создать совершенно новый современный подход к допризывной подготовке молодежи. Для ребят, которые пришли на этот раз прокачать своего героя, мероприятие стало своего рода подготовкой к армии. Фестиваль допризывной подготовки был спроектирован по мотивам компьютерных игр. В ходе прохождения различных станций участники должны были заработать баллы, оттачивая при этом мастерство, которое совсем скоро им пригодится, когда придет время из-за школьной парты встать в армейский строй. Это очень хорошая, интересная форма работы. Это новое что-то уже. Потому что, ну, есть такая необходимость работать с молодежью. Такое движение, такая программа, я думаю и знаю, что очень поможет. Нашим ребятам легче будет служить, проходить военную службу. Они будут готовы к прохождению военной службы и физически, и морально. В ходе мероприятия ребята повышали точность, выполняли силовые нагрузки, оказывали медицинскую помощь и участвовали в боевых действиях. Не обошлось и без интеллектуальной нагрузки. Повысить интеллект можно было, верно ответив на вопросы о правах и обязанностях призывников, ответить на вопросы по истории, подшить воротнички. Оказалось, что сладить с иголкой – дело совсем непростое, но все справились. Блин, мне очень понравилось, все было вообще бомбезно. Я прокачал себе навыки стрельбы, у меня очень хорошая точность. Учился в лазертаге. И вот друг друга стреляли. Мне очень все нравится. Я бы хотел сходить на курсы все-таки. Очень открыл для себя много нового. На каждой станции зачет принимали ветераны, много лет прослужившие в армии, активисты движения «Боевое братство», представители военкомата. Важность проекта «Прокачай своего героя» оценили уже на высоком уровне. Сегодня он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда гражданских инициатив и Росмолодежи. Проект реализуется при активной поддержке администрации Заинского района, военного комиссариата, управления молодежи и образования. Практически весь город встал на то, чтобы помочь и реализовать этот проект. Мы надеемся, что наш проект станет новой вехой в истории допризывной подготовки. И уже совсем скоро наше мобильное приложение «Прокачай своего героя» охватит всю страну. Уже этой осенью этот проект будет реализовываться в Тюмени, по территории всего Татарстана через движение юнармии, на территории Рязанской области и других заинтересованных субъектов Российской Федерации. Для ребят это стало еще одним мероприятием в плане подготовки к армии, а главное, они смогли проверить себя на прочность.